Все люди мечтают, но по-разному. Одни грезят ночью, в темных закоулках разума. Но стоит им проснуться, как мечты их обращаются прахом. Но есть и другие. Те, кто грезит наяву. Опасные люди, ибо они идут навстречу мечте с открытыми глазами. Это сделал я. Руки вверх. Любишь свою работу? О, да, обожаю. Теплый прием. Оружия нет. Прошу извинить. Это вынужденная мера. Полагаю, вы Толбот. Мистер Салливан и мистер Дрейк. Это я. А ну у вас? Сначала покажите деньги. Картер. Все здесь. Показывайте. Я должен его проверить. Конечно. Серебро. 16 век. Елизаветинская эпоха. С девизом сэра Фрэнсиса Дрейка. Что ж, кольцо подлинное. Ну, конечно, подлинное. Позвольте спросить, а откуда оно у вас? Это важно. Мой клиент будет доволен. Постойте-ка. Нас хотят надуть. Уверяю вас, мистер Дрейк. Эй, ты прав. Эти купюры явно фальшивые. Это что еще за комедия? Могу задать тот же вопрос. Ну все, баста. Сделки не будет. Клиенту скажете, что все профукали. Идем, на это пошло, но все к черту. Не в вашем положении ставить условия. Отдавайте кольцо, берите кейс и уходите отсюда по-хорошему. Пока можете. Делай, как он говорит. Вы вор. Надо же, какая ирония. Давай. Стой, это... Ну, все! Этот мой! Один на один. Давай, врежь мне! Ну! Ах ты, урод! Ну и ну. Ты что, устал, что ли? Ну все, тебе конец! Это что? Привет, дистрофик. Держу. Давай.
Убей его! Не советую, дедуля. Черт! Держи его! Ты пролил мое пиво! Ладно, парни, хватит я уже! Угощаю. Держите его! Я присоединюсь. Не возражаешь? Да, валяй. Бей их, парни! И это все? Тебе что, зубы жмут? Черт! Как ты нехорошо вышло. Спасибо. Готово. Черт. Плохо дело. Давай. Сейчас. Сейчас, погоди секунду. Я догоню. Я готов. Там живой? Ты ранен? Пошли отсюда, Нейт. Пошли через черный ход. Держи их! Старый хрыч за мной! Ну как тебе? Ты готов? Да. Пошли. Засада. Ну давай, иди сюда. Америкашка, один трёп. Эй, эй, хватит с него. Да, приятель? Стоп, лежать. Кейт? Все бродишь по подворотням со своим протеже? Подумать только, в твоем-то возрасте. Это вы, ну конечно. О, осторожно, вдруг растаете. Тот же дерзкий щенок. Такой смелый. И все-таки чего же ты боишься? Ни пуль, ни крови, ни зверской боли. Нет. Тебя все это заводит. Так ведь? Бой со смертью. Кто кого? Кейт. Не бойся, Виктор, я не трону твоего мальчишку. Я лишь заберу свое. Отдайте. Катер! О боже, что ты заткнись наделал? Ты! Болван! Не стоит благодарности, мадам. Марлоу, вам нужно уходить. Ну, пристрелил мерзавцев, что с того? Эй!